Добрый день, сегодня анбоксинг, и на этот раз необычная головоломка. Приехала она ко мне вот в таком пакетике, я не знаю производителя, купил у частного лица, и называлось все вот это как двухслойный треугольник. Ну, понятно почему, потому что есть два слоя, и по форме это треугольник. Но если выдумывать какое-то название, то это двухслойная треугольная призма. Что-то вот такое. Что здесь вращается? Ну, вращаются, соответственно, слои. Вот так. И вращаются вот так вот совместно уголки. Был там еще трехслойный треугольник. Но к моменту, как я хотел его купить, ну, уже, видимо, кончился. Поэтому у меня только двухслойный. А сложности, как я понимаю, здесь никакой нет сборки. Пробую перемешать. Больше цена именно уникальность этой головоломки. Крутится, ну, скажем так, посредственно, но крутится. Ну, то есть вращается, перемешиваются вот эти вот вещи. То есть в один ход мы можем вернуть основные вот эти шестиугольники по местам и уже как-то переставлять уголки. Сейчас они как-то странно так перемешались. Давайте пробовать собрать. Вот этот зелено-синий должен стоять где-то здесь. Вот так вот поменяем. Вот стоит правильно. Вот этот желто-зеленый должен стоять здесь. Так. Ну и какой? Вот этот должен где-то здесь стоять. Один слой мы собрали. Надо собрать остальные. Возможно, сейчас как-то не очень рационально собираю, но что поделать. К примеру, сделаю так, так. Так. Да, магниты бы ему не помешали. И вот как бы все собралось. Треугольная призма двухслойная. Ну, простая, но пособирать можно. Естественно, это коллекционная вещь. Я не знаю, где ее можно еще приобрести, поскольку я купил последний экземпляр. Я не знаю, кто его производит и производится ли еще подобная головоломка. Может, где-то у кого-то есть. Если кто в курсе, напишите в комментариях производитель, где это можно приобрести еще. Может, какие-то разновидности, там, трех-четырехслойные подобные головоломки. А так, пополнение коллекции, интересный пазл. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.